Газета «Сегодня» в Ленинском районе выходит с июня 2015 года. Сейчас в печатном издании трудится 8 человек. Руководит процессом главный редактор Ирина Тихановская. Новая команда, которая пришла сюда работать. В основном все новенькие, начиная от главного редактора, заканчивая тем, кто делает нашу газету красивой. Это, конечно, специалист по компьютерной верстке. А за оформление газеты отвечает Надежда Карева. В своей семье она уже вторая, кто занимается электронной версткой. У меня просто отец работал раньше в МВД, потом после отставки ушел в электронную верстку работать в газете. И устроил меня там, я познакомилась с замечательным коллективом. И сейчас вот тут работаю. На нескольких полосах самая актуальная информация о жизни нашего муниципалитета. Фотокорреспондент Анастасия Матвеева совсем недавно в редакции, но очень довольна выбранной профессией. Я очень счастлива, что работаю в таком творческом коллективе. Очень много интересных сюжетов в моей жизни появилось. Рада, что есть такая возможность. И рада, что очень я нашла себя в этом. Коллектив небольшой, но очень дружный. И самое главное, все от редактора до корреспондентов печатного издания увлечены своей работой. И даже, казалось бы, в обычных повседневных событиях находят источники вдохновения. Наверное, самое приятное в работе – это выезды на редакторские задания. Я фотографирую, я профессиональный фотохудожник. Для меня очень интересно общаться с новыми людьми. Зачастую это просто потрясающие люди нашего округа, которые дарят такую информацию полезную, интересную. Свой профессиональный праздник сотрудники редакции отмечают на рабочих местах. Впереди сдача нового номера. Мне дают фотографии и текст в Word. Я это все компоную в полосу, делаю типографические правки. Газета выходит раз в неделю тиражом 5000 экземпляров. Информационное издание бесплатное и распространяется в культурных и административных центрах округа, а также в торговых центрах. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.